Хорошие новости ждут и тех, кто привык путешествовать за рулем своего железного коня. Тем более, что высокие технологии на дорогах уже давно никого не удивляют. Очередная инновация — проект Vauxhall Opel по созданию фар, управляемых взглядом водителя. Одноименная система освещения основана на уже существующей технологии iFuel Plus с 9 функциями освещения, куда входит автоматическая активация дальнего света и различные модели освещения, соответствующие изменяющейся ситуации на дороге. В рамках развития данного проекта разработчики предполагают создать новую светодиодную матрицу системы освещения, способную контролировать источники света от встречных автомобилей и даже отключать их в нужный момент, что поможет избежать ослепления водителей. Известно, что помимо направления лучей, новая система также сможет корректировать и их интенсивность. А кроме того, в ее работе будет задействована камера для мониторинга основных точек на лице водителя, носа и глаз, определяющих направление прямой видимости, периферийные инфракрасные датчики и центральные фотодиоды, которые смогут сканировать глаза водителя в темное время суток с частотой до 50 раз в секунду. На данный момент разработчики пытаются решить проблему, связанную с возможными перемещениями взгляда водителя, за которыми их система может попросту не поспеть. Однако, если верить словам разработчиков, к официальному релизу проекта он станет универсальным и сможет подойти любому водителю без индивидуальной подгонки.